Здравствуйте, это программа «Днями», я Ирина Акулович. Интонация недели телевизионная. Ну, телевизионная она потому, что мы отмечаем год в эфире телеканала «Беларусь-4» Могилев. И поверьте, для нас это действительно очень важное событие. Ну, кстати, хочу сказать, что программе «Днями» больше, чем год, потому что она начала свое вещание на другом телеканале, на телеканале «Беларусь-2», когда еще не было собственного областного вещания. И попытка такой областной студии сделать информационно-аналитическую программу, на мой взгляд, она удалась. В новой программе «Днями» телерадиокомпания «Могилев» подводит итоги уходящей недели в фактах и ощущениях. Мы попробуем уловить послевкусие недели. «Днями» — это где-то между недавно и скоро, то есть там, где мы сегодня. Хотя, конечно, вопросов очень много, потому что аналитика — это очень сложно. Это сложно и для крупных, больших федеральных каналов, ну а для маленького областного тем более. Если честно говорить, то ну, я люблю эту программу. Программу «Днями» я действительно люблю, потому что иногда творческая группа собирается, и мы делаем вывод, что мы делаем ее не только для зрителей, мы ее делаем и для себя. Когда глаза устремлены в небо, в них отражается небо. Когда смотрят на болото, отражается болото. Наша воля и выбор в том, куда глаза обратить. То есть это попытка анализировать не только мир, но анализировать себя в этом мире. Как мы его понимаем, как мы его чувствуем. Поэтому, наверное, это особенная программа. На самом деле на нее работает вся студия. Вся наша большая студия, в которой работает больше 100 человек, потому что это всегда чьи-то идеи, это всегда что-то посмотренное, но я могу сказать, что эта программа, она не была бы... Мой рассказ об этой программе не был бы честным, если бы я не назвала одну фамилию и имя. Это Илона Иванова, это человек, который делает этот проект, в общем-то, на котором все держится, который за него отвечает. И очень часто бывают такие программы, когда... Там и 4, и 5 сюжетов одной Илоны, и это очень сложно, но это здорово. Мы совсем не против поделиться с ближним, но трудно прорваться сквозь вечную суету и бешеный ритм жизни и добежать, перечислить, подарить. Разные видения, разные взгляды. У журналистов есть возможность немножко по-другому посмотреть на какие-то события. Это все-таки не новости, это все-таки информационно-аналитическая программа. Здесь есть куча споров о том, как снимать, о том, как должен выглядеть задник, о том, как должны выглядеть титры. И это и есть телевидение. Творческий процесс, как я люблю говорить, это некая вибрация внутренняя. Когда мы ее испытываем, мы счастливы, потому что мы делаем телевидение. И, наконец, засыпая в пятницу или, как на этой неделе, в рабочую субботу, понимать, что завтра выходной. Рождается все на самом деле здесь, в этой студии. Немножко хочу рассказать об этой студии и ее особенности. Ну, во-первых, начнем с того, что телерадиокомпания «Могилев» – это самая молодая компания в стране по определенным объективным причинам. Дело в том, что в свое время в СССР создали все областные студии. И все области уже отметили, где 55 лет телевидению, где 60, и только мы никак не доползем до 45-летия. Во всех областях построили хорошее здание телевидения и радио, телерадиокомпании с хорошими большими студиями. Да? То есть у наших коллег у всех есть по 60-70 квадратных метров, высоченные потолки, которые позволяют повесить нормальный свет, которые позволяют нормально работать с краном. И только мы находимся в здании, истории которого вообще, честно говоря, мало известно, но это было здание в начале 20 века Драгунского полка, потом кулинарного училища. Поэтому, по сути, мы находимся в приспособленном помещении. Это подвал. Конечно, нам не хватает места. Конечно, нам не хватает высоты. Но особенности этой студии в том, что, будучи зажаты в какие-то рамки, мы вынуждены рождать какие-то новые творческие идеи. Поэтому вот эти вот сейчас... Не до 80 квадратных метров, они использованы максимально. К годовщине студии мы сделали новый экран, поставили, да. Мы использовали каждое место, и мне очень приятно сказать, что, понимаете, это все сделано руками людей, которые работают на этой студии. Это разработка главного режиссера Валерия Михайловича Еремина, который собственными руками вместе с ребятами здесь по выходным все эти декорации собственноручно и монтировал. Поэтому для нас, вот понимаете, каждый сантиметр, каждый гвоздик, он дорог, потому что он, вот знаете, мы его пощупали, мы посмотрели. Поэтому мы работаем немножко по-другому, не так, как все. В других условиях и другой командой. Когда сюда приезжает руководство Белтелерадиокомпании, вот первый приезд, я помню, председатель, он прошел по кабинетам и сказал: «Теперь я понимаю, почему у вас такая атмосфера».
потому что вы сидите в кабинетах один за одним, более тесного сотрудничества представить себе просто в студии невозможно. Поэтому у нас все особенное, все другое, и мы рады, что канал «Беларусь-4» Могилев, несмотря на некоторые такие особенности, он появился первым в стране, и мы первым празднуем год в эфире «Беларусь-4».